я живу просто рядом. Ну там как раз подобие этого стоит. Понятно. Поэтому никаких возражений, звернення на головне управління по факту того-то. Я понял. В зв'язку з мораторієм на перевірки этот вопрос уходит для согласовательных моментов в Киев, приходит оттуда добро, осуществляется проверка субъекта господарювання. Понятно. По закону все как положено, вопросов нет. Да. Получается, не дают возможности работать. Нет министра. Да, не дают. Вопрос даже не в этом. Есть порядок проведения перевірок. За 10 дней субъект господарювання, это если плановая проверка, должен быть уведомлен. Значит, здесь вопрос плановости на данный момент уже не стоит. Нет. Понятно. Но в связи с тем, что наложен мораторий до 1.07, мы не можем провести сейчас проверку. Вот и все. Понятно. Как только звернення ваше письмовое, ваше письмовое звернення буде розглянуто, погоджено с Києвом, с державною службою, если таке добро буде отримано, пожалуйста, все процессуальные действия будут выполнены в полном объеме. Спасибо. На данный момент пока так. Извините, просто как вас зовут? Представьтесь. Начальник корабельного районного отдела Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Криворучко Андрей Сергеевич. Спасибо. Андрей Сергеевич, а вот вопрос по ситуации в Киеве. Насколько это опасно, в принципе, для города вот такие заправки? Вы понимаете, я как бы приехал сюда по вызову по линии 102. Поэтому, давать какие-то интервью и так далее я особо не уполномочен. У нас есть центр общественной связи, который занимается этими вопросами. Но, допустим, говорить о какой-то опасности или безопасности процесса вообще, мы должны просто понимать о том, что любой процесс, связанный с ЛВЖ и ГЖ, это сам по себе опасный процесс. Вот и все. Хорошо. Визуально. Я вас понял. У меня на данный момент не особо есть время. Я готов ответить на ваши вопросы, если вы будете их задавать. Визуально. Мы я можем визуально посмотреть не нарушение. Могу давать никакие ответы и вопросы. Я не имею права на данный момент осуществлять проверку и давать какие-то комментарии, выводы согласно этого объекта. Вот и все. Будут все действия, все как положено, сделано, будут все погоджения, будет проверка. Без вопросов все будет сделано в рамках законодательства. На данный момент я не имею таких полномочий. Все, спасибо, извините.